Анатолий Васильевич Лебедевский родился 23 марта 1908 года в селе Белая Глина. В 1926 году Лебедевский вступил в Красную армию и исполнил свою давнюю мечту – закончил военно-теоретическую школу для летчиков. В 1928 году Анатолий Лебедевский стал выпускником Севастопольской высшей школы красных морских летчиков. В феврале 1934 года в Чукотском море был раздавлен льдами и погиб пароход «Челюскин», и Анатолию Васильевичу довелось участвовать в спасении команды челюскинцев, находившихся в плену у полярных льдов. Он самым первым прибыл в зону бедствия и совершил посадку на дрейфующую льдину, вывезя оттуда 12 человек. За совершенный полярный подвиг Анатолию Лебедевскому, самому первому в СССР, 20 апреля 1934 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина. А 4 ноября 1939 года он был удостоен медали «Золотая звезда» под номером 1. Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий Васильевич стоял во главе 4-го отдела НИИ ВВС, а в сентябре 43-го его назначили заместителем командующего ВВС 19-й армии. Затем опытного управленца и летчика направили на Карельский фронт в качестве начальника полевого ремонта 7-й воздушной армии. Начиная с 1943 года и до окончания войны, Анатолий Васильевич Лебедевский возглавлял авиационный завод. В 1961 году генерал-майор авиации Анатолий Васильевич Лебедевский уволился в запас.